Всем привет! Мы не продолжаем прохождение Minecraft, а мы меняем наш формат по просьбе моих друзей, которые тоже смотрели мои видосы по Майнкрафту, да? Я решил уйти подальше от летсплеев, потому что они более-менее становятся однообразны. И перейти к прохождению карт. Карт очень много, поэтому вы скучать не будете. Сразу говорю, мы будем каждый раз пробовать новую карту и будем уделять на карту минут 15. Потому что, ну, мы не сможем по часу уделять на каждую игру. Ну все, давайте начнем. Первая игра, вот это у нас логическая карта будет. Кстати, если вам интересно, что за карта, пишите в комментариях, я вам отвечу, кину ссылку. А так я не буду говорить название. Приступим. Старт мап. Все, я спалил название, ну ладно. Старт, начать карту, да? Здесь у нас есть правило, но правило там ничего интересного не написано. Понятно, что, как всегда, не ломать блоки. Ну что ж, давайте. Я прочитал, что эта карта логическая, да, и от нее потом горит пукан. Прям нереально взрывается. Сколько я помню, здесь 25 уровней. Так, там что-то было у нас. Так, тестовая тема. Начинаем. Все. Я буду играть на версии 1.7.10. Так, ну это воронка. Мы уже проходили с вами эту вещь. Я правильно понял, что нужно кинуть это говно сюда? Ну это было изи-бризи. Да, мы знаем, что такое воронка. А вот здесь уже посложнее. Я люблю такие карты, обожаю логические карты, где нужно подумать. Насколько я знаю, да, блоки ломать нельзя. Ага, засранцы, Да, вот это было интересно. Так, идем дальше. Вот мы видим пятый уровень, всего 25. Это все кнопки, правильно я понимаю? Я надеюсь, здесь не будет нигде взрывов. Ну это было, я думаю, несложно. Так, что у нас здесь? Дубовые доски. Так, шанс. Что у нас здесь есть? Так. А вот это уже интересно. Три дубовые доски. Ой. Кстати, а я не могу их убирать, смотрите, сранцы. Выпустите меня. А в чем прикол? Подождите, я могу понять. Так я все правильно сделал практически. Ха, смотрите, я даже правильно сделал. А сначала не дошло до меня, реально. Я не думал, что нужно наверх подниматься. Но в любом случае мы сделали правильно и поднялись наверх. Так, верстак. Шерсть. Дерево я ломать не могу, правильно я понимаю? И зачем, что я сделаю из нее? Ковер? Так, вот это уже непонятно. Ну-ка, сейчас, секунду. Я могу ломать дерево или нет? Можно было сделать кровать. Давай, братиня. Не, по идее, нельзя. Если он раньше не ломал, значит нельзя. Да, не ломает. Ну-ка, это просто вырубим. Ничего не будет. Так, а вот это уже интересно. Так, здесь у нас потолок странный. А зачем шерсть, я не пойму. И что? Все, здесь остался навсегда. Из шерсти можно было сделать ковер. Так, ну ладно, если мы неправильно сделали, как отсюда выйти-то?
Не, по идее, как я понял, мы сделали неправильно, и нужно начать сначала. Ну, давайте тогда сейчас быстренько начнем сначала. Вот сейчас быстренько пробежимся. И посмотрим, что мы сделали не так. Ну, там было написано в правилах, что у нас есть только один шанс, например, использовать итем. Ну да, потому что нельзя ломать, это понятно, логично. Странно. Да быстренько пробежимся, все равно мы прошли недалеко. Опа. Так, здесь я был. Ага, меняется каждый раз кнопка, видите? Так, три дубовые доски, да? Так, шанс. А нужно подняться наверх. Подождите, так здесь не нужно было использовать доски, наверное. А если мы сделаем так, просто поднимемся? Нет, нужно было использовать доски, по идее. Хотя... А я сюда не вылезу. Ха-ха-ха, ну за что? Ну нечестно. Странно. Так, ну вот я добрался до этого момента, да? Все равно непонятно. А, ну если здесь верстак, ну то не просто так, конечно же. А что можно сделать? Ковер? А в чем логика делать ковер? Я же больше ничего не могу сделать. Кнопка. И что? Странно. Непонятно. Так, а вверху зачем сделали это говно? Это, наверное, тоже надо подниматься, наверное, да? Нет. Хотя... Я могу самый верх вылезти. Ха-ха, ну как? Я не понимаю. О, я могу ковер сломать. Странно. Ничто не могу сломать, кроме ковра. Можно вылезти, короче, все механизмы переломать. Блин, ну а что делать-то? Как идти дальше? Какой-то бред. Что за бред? Непонятно. Вообще непонятно. Ну как? Открой. Эх, надо опять сначала бежать, да, потому что я истратил все блоки. Так, я пока здесь ходил, да, увидел кое-что интересное. Вот когда я читал, что может меняться и так далее, действительность может меняться. Почему-то у меня поменялся, эта фигня поменялась. А вот когда, я не понял, может что-то нажал случайно? Да, смотрите, видели? Я нажимал на стенку. А, то есть таким способом мы уже сэкономили, да, плюс одно дерево. И по идее нам должно хватить на кровать, в любом случае. Что кроме кровати здесь крафтить просто нечего. Правильно я понимаю? Нет? Или... Или тоже. О, смотрите. Да, дошло. Все, идем дальше. Так, осторожно. Прыжки. Ой, как я не люблю прыжки. Ой, как я не люблю прыжки. А, так я еще зря прыгнул, да? То есть, а это, наверное, открывает эту фигню, да? Все, хорошо. Проходим дальше. И мы видим... Много кнопок. Старт миникрафт. Ой, миникарт. Не знаю для чего это, но идем дальше. Что-то столько много кнопок, как-то нет. У нас здесь кость.
Так. Kill. Что, мы кого-то убивать будем? А кого я должен убить? Для начала нам нужно открыть сразу дверь. То есть нужно, по идее, найти кнопку, что ли? Че, после кнопки жать? Ну, как вариант. И мне кажется, что ни одна не откроется, да? Эй. Так, что-то стало светлее как-то, мне кажется. Так, подождите, а что светлее стало? Ну давай, Сим-Сим. Открывайся, мразь. Так, у нас ничего не прибавилось. Странно. В чем подвох? Нет, этот уровень мы должны пройти, мы же не тупые. Это я все сжал. Я как бы уже все кнопки сжал вообще. Непонятно. Так, давайте еще раз прочитаем. Так, не убивать. Не хочет засранец. И что, теперь все кнопки ломать? Нет, нет, нет. Уже поставить обратно ее. Ну давай, давай, ну чё, где, где? Вася. Симсалабим, махалай, махалай, открывайся. Я уже все кнопки нажал 20 раз. В чем-то подвох, я прям чувствую. А зачем вообще косточку дали? И что мне с ней делать? Так, странно. Ха-ха-ха-ха. Засранца. Ой, засранца. Да, надо было положить сюда переваренную муку, короче. О. Через нее пройти можно. А, так они через них всех можно пройти. И по идее. Ну вот, а там проход и все. Ничего делать не надо. Да, как всегда. Не открывает. Засранец. Смотрим сразу по сторонам. Так, эти здесь висят. Здесь, наверное, кнопка есть. Смотрим сразу потолок. О, так, тихо, чё-чё. Так, тут. Что-то он пишет тут, а чё тут? Нет. Так. Ну давай, Симсалабим. Махалай, махалай. Где же секреты спрятал? А если мы делаем таким образом?
По идее, книжка нужна жало. Непонятно, ну-ка. Да. А у нас больше ничего другого нету, правильно я понимаю? Все четыре кнопки я сразу не нажму. Ну-ка, если мы кинем сюда. Засранец, ну давай же. Понятно. Еще раз. Тут, ну и что тут? Возможно, нужно определенные три кнопки нажать. А смысла нет, да, одно и то же получается. Засранец, ну давай. Нет. Еще бывают скрытые кнопки где-нибудь спрятаны. Мне кажется, нужно что-то еще найти, да? Еще хотя бы один итем, ну блин. О, здесь даже какие-то кнопки, да, смотрите. Опа. Да, это было предсказуемо. О, здесь рядом остался, да? Давайте попробуем тогда еще раз и все. В принципе, интересная карта, мне понравилась. Да, я ее обязательно пройду потом, когда время будет. Здесь уже мы все сделали. Так, смотри, сохраняется. Вот это вот интересно, прогресс сохраняется. А книг у меня нету. Хотя я их все выкинул, давайте посмотрим. Значит, я ничего не понимаю, что надо. Ну ладно. Давайте прям даже ради теста попробуем. Может, нужно еще один итем? Ради интереса. По идее, ломать блоки нельзя. Ну, просто чтобы глянуть. Мы можем ломать эту шляпу. Ну да. Странно тогда очень. А где я должен был взять еще один блок? Может, я так и должен был сломать кнопку? Такого варианта я не вижу. Неужели я упустил где-то блок? Мы же все подобрали, смотрите, все прям подобрал. Не, наверное, все-таки нужно было кнопку ставить. Я все сделал правильно. Ну да, смотрите. То есть здесь больше нечего врать. То есть нельзя ломать блоки, а кнопки, я думаю, можно ломать. Какая разница от них? Никакого толка нет. Так что здесь мы тоже прошли, идем дальше. Ну, это было несложно. Сразу подумал, что надо 4 штуки. Так. Красный. А я даже не знаю, что я делаю. Кстати, тоже интересная такая тема, ну. Да. Ну-ка, если мы делаем ведро.
Понятно, ну-ка, а в чем вообще смысл? Симсалабим, давай открывайся! Ну, ой-ой-ой. Я случайно, ладно, это не считается. Это не считается. Сейчас кнопку поставим, и все, изи-бризи. Да это шутка. Так, мне показалось, или что-то изменилось, нет? Может, здесь должен быть один типаж какой-то. Типа все, что твердое. Кто знает. Какая закономерность. Что он хочет показать? Это у нас красная пыль, блок, камень, да? Алмазы и так далее. А что у них общего? Ведро. А меняется, по-моему, нет? Или у меня глючит? Ну ладно. Мы на этом закончим. Напишите в комментариях, дошло ли до вас, что здесь нужно сделать. Каждый день мы будем проходить разные карты. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока.